АСМР парикмахер. АСМР парикмахер. Танюш, быстрее, помогай, иди. Зачем тряпкой-то? Да где хоть ты ее убираешь? Вот не видишь, в другом месте. Это у меня такие тряпки. Отзывается АСМР парикмахерская. АСМР парикмахерская. АСМР парикмахерская. Я покрашу сейчас ваши волосы. Да, экономим деньги. Причем, кто-то вам красит виртуально, там типа руками машут, а мы с тобой настоящим будем краситься. Да. Что не сделаешь ради искусства? Да. Ты ее укрыла полотенцем? Вот оно, полотенце. Она не хочет. Не надо, не надо. У нее платье испачкает. Да не надо. Прожжем ведь. Не надо, не надо, давай, хватит. Но у меня белое полотенце. Не надо. Я вчера лосось с икрой покупала. Дикий лосось вызывается с икрой. Но икры, конечно, не было. Ну и не очень так он мне понравился, этот дикий лосось. Ничего там вкусного нету. Что там тебе звонил, Урал-то рассказывал? Кто? Кто? Чудят, Урал. Тише, тише, прокурша. Я Урал еще буду звонить, она только начала говорить. Проснулась, небось? Нет, у них вперед уже время идет. Я вам аккуратно все тебе делаю. Так парикмахерская не сделают, да? Нет, конечно. Куда ты, разве расчетку? Куда класть? Не надо, вот сюда. Стол будем пачкать тебе. Да, вот сюда. Положи бумагу. Положила. Ой, потихоньку, так тебе уже сидит. Ой, мам, наклался, ну-ка. Ну-ка, мамуся моя, убери со лба. Чего убрать? Чуть-чуть. Танюш, быстрее помогай, иди. А то потекло ей. Ну-ка. Давай, вон там. Зачем тряпкой-то? Да где хоть ты ее убираешь? Вот не видишь, в другом месте. Это у меня такие тряпки. Нормально, мамуся. Я тебе навел тебе марафетик. Ты молодец. Да? Сэкономили 1000 рублей. 1000 стоит, Лен. Ну, с краской, наверное, 1000. Ты еще, а главное, любя сделал. Конечно. Все. Прокрасил. Ручная работа. Да, ювелирная, сейчас бы сказал. От души, от души. От души, душевно, в душу. Мам, на зайти мы должны выпить, наверное. Нет. Мы сейчас красимся и едем домой. Ну ладно, я обещал бабуле, что сегодня одну рюмочку. Ну и так чисто, я ведь не пьянею, да, Танюш? Да, конечно. Да, это причем, вот все время, я вот знаешь, что слышал, что вот пить это полезно. Конечно. То есть, ну не так, чтобы напиваться, Танюш, а вот чуть-чуть, правильно? Да, конечно. Чуть-чуть-то полезно, да? Да, реденько. Реденько, да. Ладно, сейчас посмотрим, какой у тебя будет эффект волос. Не надо, злоупотреблять не надо. Конечно, эффект красивый будет, все хорошо, спасибо. На них красный плачу.